Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий. Осталось очень мало времени на прохождение, 20 минут. Я сейчас постараюсь вам показать этого героя. Сейчас посмотрим, кто у нас там на битве гильдий. Насколько он топовый, не топовый именно для этой локации. Еще сливаются даже. Жесть. Так, смотрим, что у нас по противникам. 600, 700... Лям-лям. Лям 200. У нас сегодня топовые противники. Отлично. Посмотрим. Мега имба, ребят. Ну и блин, неохота проходить такого. Хочется чего-то интересного. Они все дев поснимали, что ли. Да, понятно все. Ну тут в битве гильдии можно не воевать даже. Этот вообще дырочный. Короче, ладно, топов мы сегодня бить не будем. Мы пойдем искать вот такие вот расты. Так, зефирка, роза и куча остального. Так, плюс 700 восстановили. Лям 200 Фрея сливает. Андриэл какой-то. Так, а ну-ка, если я попробую... Вот так вот выбросить всех. Ну, то, что мы сейчас сольемся, это однозначно. Мне интересно посмотреть, как он хилит. Блин, а он круто хилит, реально. Я себя сейчас сюда заберу, ребят. Так, чтобы вы видели отхил. Но вы уже не увидите его. А, он нереально круто хилит. Я не знаю. Да тут, конечно, 30-е. А, нас не слили даже. Отлично. Сейчас пойдем попробуем через фрейв забежать. Ну, как видите, у меня тут ни огника нету, тут такие герои стоят. Ну, багеры. Меня просто интересует, как к ним герои отхиливаются. Никак. Ответ никак. Короче, сливается он по полной. К сожалению. К сожалению, пока он сливается. Так, надо будет ему качнуть потом скилл дальше. Давайте попробуем сборочку ему поменяем. Поставим ему деф. Ну, чтобы его не так сливали сильно. Делаем так. Максималка. Здесь попробуем поставить выживание. Вот такой вот вариант затестим. Может, он зайдет. Вот смотрите внимательно на хп героев. Ну, конечно, хилит он добротно. На отходящего урона получается щит. Но героям надо... У меня тут герои не с СО. А у меня тут герои просто... Разные сборки. Я сейчас вам покажу, какие. Но сама суть. Герой до сих пор еще живет. Нереально круто. Так, вот он один остался против Фрея. Лям 200. Блин, да круто. Под щитом просто жесть, ребят. Посмотрите, как он выживает. Нифига себе. Блин, мне он нравится. Остальных героев посливали, причем он даже без прорыва. Посмотрите, что он делает. Вот только его слили 66%. Он продержался дольше остальных героев. Смотрите, сейчас покажу вам просто сборки героев. Ну, то есть тут с оживами, тут дефа нету на героях. Тут вообще хлам. И он продержался очень круто. Ну, конечно, СО. Мне понравилось. Поехали еще раз посмотрим. Хоть мы и сливаемся, это такое, знаете, это все фигня. Мне интересно самое главное посмотреть, как же он взаимодействует с героями. И мне это нравится, то, что я вижу. Так, давайте здесь.
Вот когда он кидает свой щит, и героев дамажит, они отхиливают себя. Причем отхиливают так, как проходит урон. Так, он против Фрейя. Не, Фрейя слила. Таки маловато, маловато. Надо качать ему. Ну тут, конечно, герои, как видите, 22-й прорыв. Что тут равнять? 20-й, 30-й. Тут просто выносят нафиг сразу. Я считаю, он будет очень крутой на PvP локациях. Особенно на забытой. Там он реально будет тащить. Давайте попробуем кого-то другого противника. Да блин, чё вы все поразбывались? Ну, отлично. Хоть один нормальный человек. СО плюс выживание. Сейчас посмотрим, сможет ли он держать Асурика. Но Асурик, походу, ничего сделать не может. Блин, ну не знаю, мне он нравится. Мне кажется, другие герои бы уже слились. Это причем он без прорыва, ребят. Там 22-й прорыв. Разница в прорывах очень большая. Посмотрите, как он офигенно держит деф. Ну, короче, не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотритель добил, и он ударил. Чуть-чуть нам не хватило. Но сейчас, в принципе, если правильно залетим, то мы, в принципе, можем взять даже топ. Сейчас попробуем. Седные в конце сейчас всех бафнем обратно. Так, мы там уже и Фрейю активировали, 93%. Так, опять его резнули, смотрим. Блин, да по нему вообще фигня урона пролетает. Такая сборка мне нравится для битвы гильдии вполне. Это как безденатный герой, но реально можно использовать. Он себя хилит, но вот это чара. Тут больше решает даже, мне кажется, чарка вот эта. Но она для Ронина нереально топовая будет. Блин, вот есть в этом герое что-то, вот чего именно. Посмотрите, как он себя хилит. Просто красавчик. 49%. Почти слились. Почти. Но это не точно. Давайте кого-то другого. То есть тут, как видите, против героев с прорывами, ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Сейчас попробуем на вороже и посмотрим. Так, Космо бьет. Нет, тут Космо, недомогание, он даже не будет бить. А, Космо тут без воодушевления. Вот 30-й ворожей, ребят, 30-й ворожей, посмотрите, что у нас делается. Блин, да он крутой, не знаю, мне реально герой нравится. Щит его, куча, нету стана, иммунитеты, блин, ну что еще хотеть? Страх, молчание, стан. Снижает получаемый урон на 50%. Ну нереально крутой. Вместе с Ронином, блин. Реально крут. Хоть что-то в обнове, что мне реально нравится.
Наверное, если бы не этот щит, его бы ворожай там... Ну, посмотрите на урон. 30-й ворожай вообще копейки бьет. Это смешно. Жесть. Ну, не знаю, как по мне, реально достойно. Причем я бью там же не самых последних. Ну, давайте, кстати, попробуем против стрелка. Жесть, ребят. Это просто Unreal какой-то. Новая чарка просто, блин, бомбическая. При том, что стрелок у него вроде как бы энергию забирает, да, у него настолько быстрый набор энергии, что ему в принципе пофиг. Мне нравится. Отлично. Да, мы топов не убиваем, но мы не прокачали его еще на максимум. Ну вот Фрейя бьет. 30-я. Обалдеть. Что я могу вам сказать, ребят? Космо 30-й бьет. Вообще офигеть. Максимальный 13-й космо нифига ему сделать не может. Просто жесть. Короче, ребят, это реально имба. Даже Фрейя просто посасывает в сторонке. 30-я. Самое главное, что он летающий. Он бьет юнитов по одному. То есть тут просто кайф. Просто жесть. Вот так вот, ребятушки. Что я могу сказать? Я героем доволен. Причем у нас прокачка тут, в принципе, простая. Нету тут чего-то такого навороченного. Нету 13-х. Да, особенно 9 вкачано. И стоит 8-е выживание. Все. Больше ничего. И герой реально показывает сейчас себя на битве гильдии просто топово. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Всем по такому герою, обязательно. С бесплатки причем.